Вот это мост. Это мост по улице Красноармейск. Вот здесь Антошка. Здесь Парк Победы. Запах свежескошенной травы. Батуты. Автодром 80, пират 70, тропикана, хип-хоп, вальс, лодочки, кенгуру, мини-джек, детская комната 70, колокольчик, солнышко, малыш, паровозик, дети, ковбой, экспресс, надувной замок, батут спортивный 70, водяной шар 140. Что такое водяной шар? Красотища. Вторая. Открой нормально. Тут, по-видимому, что-то было. Дети. Ротари. Клуб Кемерово. Rotary International. Кофе. Подавляющее большинство людей здесь. Смысл жизни – это дети. Рождение, воспитание детей. В основном глава семьи – это женщины.
у женщины есть цели. Мужчины во многом живут здесь и сейчас для того, чтобы получать химические реакции. А, собственно, все люди живут для того, чтобы получать химические реакции, удовольствие. Дети вызывают чувства. Когда видишь некий результат, инфраструктура создана для того, чтобы люди, дети, как там, дама с собачкой, дама с коляской, дама с ребенком, чтобы выходили, прогуливались, и чтобы им было хорошо. Мужчины все это создают, естественно. Пончики. Закрыто. Люблю пончики. Дубльгиз. Дубльгиз пошел из Кемерово. Первый город Кемерово. Ну, это Яндекс.Карты, по сути. Яндекс.Карты были ужасны в то время. Сейчас, ну, на самом деле, в Кемерово тоже лучше Дубльгиз использовать, потому что Яндекс.Карты далеко не все магазины знают. Те, которые уже там давно не существуют, он все еще отмечает на карте, как будто они есть. Поэтому лучше Дубльгиз. Ну, Томск, там, в общем, вся Сибирь. Сибирь. Вот. Обратно вышли к Ленину. Проспект Ленина, который заканчивается вокзалом. Ну, или начинается вокзалом. А заканчивается где-то там, далеко. В общем, самая длинная улица, проспект. Здесь 16:11. Велосипедист по зебре только пешком. Как правильно пишется слово велосипедист? Вон там цирк и далее. Пионерский бульвар, фабричка, универмаг, потом променад первый, который юбилейный, потом 5-я поликлиника, Волгоградская, кольцо, бульвар строителей и так далее. Довольно много людей гуляют. У кого-то выходной, у кого-то отпуск. Кто-то просто вообще ничего не делает. Пенсионеры. Мамы в декрете. Говорят, а почему женщины живут дольше, чем мужчины? Потому что они больше отдыхают. Да, красный горит долго.
кассе без дисков. Здание МЧС России. Тиара. Займы микрозам. Микрозайм. Интересно, сколько процентов? Микрозайм в день 0%. Как интересно. До 100 тысяч рублей. Интересно, интересно. Сейчас зайдем, узнаем, сколько, под сколько процентов дают микрозаймы реально. Говорят, что до 900% годовых доходов. Где машина-то? Точки. Так, ну ладно.